Здрасте. Садитесь. Ну вот, знакомьтесь. Дмитрий. Вот хорошо. А ты, малой, погуляй пока. Может, по пивку? Нет, давай сразу к делу. Хорошо. Я бы хотел банок 10-15 взять. Осталось сейчас нет. А сколько есть? Осталось 4 банки. Хорошо, я возьму 4. Я бы хотел проверить. Проверяй. Я открою одну банку. Да хоть все. Одну открою. Деньги на стол положи и открывай. В следующий раз большую партию взять. Большая это сколько? 10 или 15? 30. Вот это серьезный разговор. Место. Вот. Наталья Борисовна, здравствуйте. А я рано пришла? Нет, заканчиваем. Хорошо. Я тебя в коридоре жду. Не говорите Насте, какую мы песню изучаем. Сюрприз? Ага. Спасибо, шеф. Пожалуйста. Раздевайся. Что, прямо здесь? Угу. Ты здесь одна живешь? Одна.
А где мои вещи? Ну, я их выкинула. Ты серьезно? Конечно, серьезно. Странно что. Со старыми вещами надо расставаться легко. А инструменты есть у тебя? Ну да, внизу, посмотри. Ага, сейчас водичку перекроем. А вот Юрик удивится. Все равно когда-нибудь узнает. Ты про что? Про нас с тобой. А я про ванну. А при чем здесь ванна? При том, что Юрик мне квартиру снимает. Он и будет соседям ремонтировать. Ты его бросишь? Подумаю. Наливай. Ну что, подумала? О чем? Ты его бросишь? Ты понимаешь, о чем спрашиваешь? Я понимаю. А по-моему, ты не понимаешь. Вали отсюда. Так у меня одежда вся мокрая. А меня это не волнует. Ладно, я тогда в полотенце пойду. Дудки, полотенце мое. Эй, а я в чем останусь? Вот дай. Ух ты! О, да тебя не узнаешь. Ну и как вас одних оставлять? Что случилось? А то, что Сава пришел домой полчаса назад. Кто за ним будет присматривать? Ты сам домой ночевать не приходишь. А? Непонятно, где мотаешься. А что за мной присматривать-то? Ты же опять в школу не ходишь. Хожу. Правильно, ходишь, но не учишься. Как не учиться? А так, у него, оказывается, другие важные дела есть. Ты что, не учишься? Да мне это химия с физикой. Нам в жизни никогда не пригодится. Ты хочешь на второй год остаться? Не останусь. Ты не понимаешь. Выйти со справкой из школы? Это клеймо на всю жизнь. А ты много наварил со своей золотой медали? Язык придержи. Как ты сейчас относишься к учебе, так в будущем будешь относиться к работе и семье. Настя, ну откуда у тебя столько ерунды в голове? Сава, мы делаем не только то, что нам очень нравится. Люди имеют обязанности. Я тоже имею. Да, у тебя есть обязанность учиться. Не хочу. Тогда детская комната милиции, потом колония, а потом зона. Других путей не придумали. Со мной такого никогда не будет. Вот мне бы хоть сотую долю твоей уверенности. Сейчас вторец получит, поубавится уверенности. Все настроение испортили. Мы что, больше ни о чем поговорить не можем? Единственную сестру замуж выдаем. А вот грызете меня. Настя, я вот думаю, как мне Сергеича называть? Зятёк или Вася? Ты что, издеваешься? Нет, а что я такого сказал?
Ты почему так поздно пришел? Чего это у тебя духами-то пахнет? Дорогими? Я спрашиваю, ты почему так поздно пришел? Дела были. Значит так, останемся вдвоем, все твои дела закончат. Буду проверять у тебя уроки и вообще будешь жить по распорядку. На спекуляции времени не хватит. Хороший костюмчик. Небось, в магазине купил? Сколько стоит? Рублей 400? И 400 нормально. Если больше, переплатил. Здорово, мужики. Че, ищете кого? Где ты здесь мужиков-то увидел, а? Мужики могилы копают. Юрик здесь? А че это они на тебя так посмотрели? А? Че на меня? Они на всех посмотрели. Я же видел. Они по мне только глазом скользнули. На тебя так посмотрели, как будто ты могилу рыл, ту, которую менты ищут. Ты давай, колись. Ничего я не рыл, понял? Я бы на твоем месте сейчас бы ноги в руки да и свалил, а то они тебя достанут. Да? Да. Ага. Я свалю, а ты на мое место другого приведешь? Че думаешь, я не знаю, что этот корефан твой лысый давно сюда просится. Ты лысого не трогай, я с ним две войны прошел. Во, я отсюда уйду, понял? Здравствуйте. Может, зайдем? Рассказывай. Что у тебя менты в могиле роются? Ищут. На ум какого-то. А кто-нибудь, кроме тебя, знает еще о могиле? Нет. А кто ее копал? Пацан молодой. Ну, он правильно при понятиях, он сразу ко мне прибежал, когда этот мент объявился. Я думаю, кто-то из ваших. Не понял. Он стучит. Или там сболтнул что лишнее. Но не из тех, кто был здесь сегодня ночью. Потому что могилу мы сразу нашли. Складно говоришь. Хорошо, Юрик. Между мной и ментами только ты. Если что случится, с тебя спросится. Что читаешь? Трудно быть богом. Хорошая книга. Я еще на Ваганьковском, когда работал, там аналогичный случай был. Тоже одного такого же. Закопали с криминальным прошлым. Потом вся кладбищенская бригада была замочена. Вся? Да. Один под машину попал, другой к водке, третий с балкона выпал. Ну, слушай. А ты как жив остался? Да я вовремя спалил. Сейчас поэтому здесь, а не на Ваганьковском. Э? А может, да ты стуканул, раз ты один живой остался? За базаром-то следи. За пузырем? Сейчас придем. Санитарный час. Санитарный час. Открой, Роза, это же. Так, заходи. Все не так.
У нас все готово. Ты готов? Да, готов. Ну, а как так? Что обед? Я бы сам на него посмотрела. Угу. Ну, ладно, я домой пойду. Далеко пойдет, парень. Если милиция не остановит. Дядя Вася, что такое спиннинг? Спиннинг? Какая удочка? Только лучше. Сейчас купим, увидишь. Дядя Вася, когда твоя мама приедет? Через неделю. Ты плавать-то умеешь? Да, по собачьи. Ничего, я тебя научу по-человечьи. Прыгай. Толкайся, очкарик. Сим, мужик, извини. Ты чё толкайся, интеллигент, да? Все можно, да? Ну, четыре глаза, ни хрена не видишь. Ты чё толкаешься? Интеллигент хренов. Здесь 30 банок. Я проверю. Имеешь право. Деньги на стол положи и проверяй. Со мной думал. Если что задумали, урою обоих. Связался дурак с покладами. Нет, вы не поняли, это правда. У меня только что украли деньги. Отвали, я прошу вас, подождите, стойте, у меня это правда. Ну, меня... Давайте успокоимся, я прошу вас. Я сейчас придумаю, что делать. Там успокаиваться. Я придумаю. Придумывай, не придумывай, или ты даешь все деньги, или я ухожу. И не вздумай идти за мной. Стойте, подождите, я привезу вам деньги. Я привезу, поймите, у меня только что украли 3000. Если я сейчас у вас беру эту партию, я смогу вернуть деньги. Пусть без товара, но я верну свое. Короче. Дайте мне час. Один час, я прошу вас, один час. Я здесь буду стоять час с 30 коробками икры. Ты знаешь, какая-то статья? Хорошо. Сколько за нее светит? Ну, ничего. Ладно, поедемте со мной, я на машине. Ты что, парень? Ты меня кинуть хочешь? Хорошо, давайте. Давайте встретимся завтра. Я прошу вас. Я прошу вас. Ладно, сделаем так. Отдашь деньги, а лучше сумму. Давай. Дочь, это кто обувь разбросал? Наверное, соседи. Это что такое? Вы что-то... О, Сергеич! Ты что творишь? Тихо! Рыбу не распугай. А, понял. Уберегись и... Слышь, рыбаки!
кто ж так бросает? Дай-ка я брошу. Я тоже хочу. Доча, иди погуляй. Дай-ка я брошу. Дай-ка, Сергеич, десантник бросать будет. Ты когда-нибудь бросал? Я с парашюта рыбачил. Ну, это вот ты бросил. Еще первая попытка. Сергеич, а давай на спор, а? Давай. По три раза забросим, кто больше поймает, тот и победитель. Давай, на что спорим? Ну? Леха, ты бросил? Не, во-первых, надо еще твою свадьбу обмыть. Вот женишься, все вместе и бросим. Вместе? А? Так, ну, давай на дрова. Ну, а что на дрова? Ну, давай на дрова, если ты выиграешь, я накалю тебе на зиму дров. Ну, а если я выиграю, ты наколешь нам на зиму дров. Он будет трубить наши дрова? Будет. Ага. Мы еще посмотрим. Вторая попытка. О! Да что ты? Хороший мужик тебе достался, Настя. Слушай, я тут список написала. Все, что нужно купить. Смотри, давай утвердим. Так. Значит, смотри. Салями, икра, хороший сыр достает. Шелест, если мы уже договорились. Потом тут, значит, это для закусок. А на горячий возьмем 3 килограммчика свинины, пару говядины, сделаем картошку с мясом. Потом еще возьмем 3 килограмма баранины, сделаем фарш. И я сделаю плов. Так, значит, горошек, кофе, конфеты мне из-под прилавка достанут. В нашем магазинчике я тоже договорилась. И... Настя, а что такая невеселая-то, я не пойму? У кого свадьба-то, у тебя или у меня? Я тут суечусь, стараюсь, а она стоит ни рыба, ни мясо. Да нет, все нормально. Ты боишься, что ли? Настя, так это же нормально, все боятся. А как же новая жизнь с новым человеком? Неизвестно. Я боялась. Ну, первые 3 недели. А потом привыкла, что я замужняя женщина. Обед приготовишь, мужика встретишь, накормишь, приласкаешь. Смотришь, день прошел. А там потом дети пойдут. Вообще вопросы задавать некогда. Да. Невеселая перспектива. Да ладно тебе. Глупая. Это жизнь самая настоящая есть. А когда мужика теряешь, ты понимаешь, что это счастье и было. А ты замуж по любви выходила? Ну, а кого же? И Шелест ты любишь? Не то слово. О, Богданыч, поберегись! И... Подтекай, уйдет! Да, Богданыч, ну что ты под руку-то, а? У нас, между прочим, спор здесь не шутейный. Ну, а кто ж так тянет-то? Я же говорю, подтекай тогда было. Богданыч, ты такой умный, да? Может, со мной пойдешь разок на спор бросишь, нет? Да запросто. Ты сам сначала со мной, да, спорь. 1-1, между прочим. Так точно. Но за мной еще один бросок. А на что спорили-то? Пойдемте. Я здесь подожду. Принимай товар. Потом давайте вперед шерстить по этажам. Пошли, я сказал, давайте быстрее. Что, как сонные мухи, пошли быстрее. Thank you.
Прячь. Паперти, что ли, собирал? Все правильно. Понадобится еще партия. Встречай 272-й поезд из Астрахани. Вагон 6. Спросишь дядю Эдика. Подбрось меня до метро. Я могу и до вокзала? У меня еще дела в городе. Ты не волнуйся, у нас же палатка есть. Так ночи-то еще холодные. Ну, ничего. Никита будет ночевать в машине. Едем на москвиче моего друга. Он будет свидетелем у нас на свадьбе. А кто будет подружкой? Ну кто, Геля? Кто еще? Купил? Пример. Да я уже мерила. А вдруг перепутали? Не перепутали. Спросить, что это? Бабки верни. Ты хочешь сказать, что это моя банка? Твоя. Это я принес? Если мне нужна была селедка, я купил бы ее в Бакалее за рубль 10. Подожди, 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 подожди. Здесь какая-то ошибка, подожди. Только сельди. Кинули? Файк, привет. Здрасте. Богдан, что это? Руби, руби, а то, говорят, зима холодная будет. И это, знаешь, когда рубишь, в момент удара ты подсекай, подсекай. Леонид Богданович, мама интересуется, а вы еще долго рубить будете? Еда стынет. Ну, здесь дней на 5. Сейчас, сейчас. Ладно, Богданович, у нас тут не концлагерь.
Иди, правда, перекуси. Только недолго. Здорово, Львович. Здорово. Иди сюда. Савелий, скажи, твой дядя Эдди, где его найти? В кафе, как всегда. Да? Львович, а ты привез мои проценты? Какие проценты? Ну как какие? Мы же договаривались. Ты обещал, что не обманешь. Савелий, он меня кинул. Кто? Твой дядя Эдди кинул меня. Да ладно тебе. Что да ладно? На 30 банок он меня кинул, ты понимаешь, на 30 банок. Да ну. Где его, как найти? У меня встреча с ним в кафе. Да, его сейчас, наверное, хрен найдешь. Он еще никогда не обманывал. Я пойду с тобой. Я пойду с тобой. Везет тебе, Серег. А у меня ничего. Да ладно тебе. Везет, не везет. Ко всему надо иметь правильный подход, Вася. Вот я тебе говорил, пошли со мной в ГАИ работать. Ты отказался. Говорил тебе, женись на москвичке. Опять ты не послушал. А так бы все у тебя было. И квартира, и деньги, и рыба он сама бы в садок залезала. Как насчет любви? Вася, только не путай. Любовь и семейная жизнь – две разные вещи. Любовью у тебя может быть сколько хочешь, а жена должна быть только одна. Жена, деньги, квартира – это ты. Тыл-то должен быть надежный. А любовь – приключение. Сегодня одно, а завтра другое. Не надорвешься? Такой груз на себя берешь. Нет, ты не обижайся. Настя, она девчонка симпатичная, по всему, видать, хорошая. Но кто еще, кроме друзей, об этом с тобой поговорит? Ну, считай, что поговорил. Да ладно. Ой, Василий, только без обид. Ты же меня давно знаешь. Ну что, пойдем уже. Уже рыбу-то наловили. Луку варить. А, пойдем. Никит, как у тебя? Нормально, дядя Вася. Не клюет. Пойдем. Оль, помоги мне для сестры подарок выбрать. А черт, ты меня только сейчас спросишь. У нее завтра же свадьба, да? Да, завтра. Ну, ты мне расскажи, какая она. Настя? Угу, напиши. Хорошая. Добрая. Заботливая. Честная. Да нет, ну что?
что ей интересно, что она любит, о чем мечтает. Я же с Юриком вчера договорилась. Ушел. Ну и что теперь? Ничего. Ну скажи ему, что меня из института сразу на работу вызвали. Где ты работаешь? Ну, в гостинице. Это там, где мы костюм брали? Ну да. И кем? Переводчицей. Ну что, в магазин пойдем? Успеем. Это Коля. Какой же это Коля? Это Леня. Это Коля, стрелок. Ты откуда знаешь? Мы с ним дружили. Не расстраивайся, Никит. Заменим тебе блесну на спиннинге. Вот такую рыбу поймаем. Да лучше поедем на нашу с Васей родину. Вот там рыбалка. Речки Кабель, сирень плывет. Че, правда? Конечно, бабушка будет рада. Так, чисти, я руку посмотрю. Знакомые лица. Привет. Привет. А я в Питер ездил на 3 дня. Друзья пригласили на выставку. Хотел тебя предупредить. Да ты не должен мне ничего объяснять. Знаешь, я хотела сказать... Что? Давай будем считать, что между нами ничего не было. А что было? Спасибо.
Всего хорошего, Ванюся. Спасибо, я за рулем. Угу. Сумку принес? Какую сумку? На колесиках, я же тебе сказал. Возьми свой. Мы же договаривались. Вольш, я пошел. Подожди. Сумка там, да, я забыл ее. Только это... Чего? Там не было икры. Где не было икры? В банках не было икры. Каких банках? Которые я на вокзале взял в камере хранения. Ты что, опять? Дядя Эдик, честно, там не было икры. А что там было, по-твоему? Селедка? Да. Ну что, ты же вроде говорил, он нормальный. Дядя Эдик, там икры не было. Получается, что я тебя кину? Не знаю. Если ты хочешь разборок, то давай, пацан, давай. Ты говоришь, что я тебя кину. Это очень серьезное обвинение. Деньги большие, за них придется отвечать. А куда она тогда делась? Ты со мной так не разговаривай, сынок. Я таких, как ты, на парашу табунами гонял. Проверь. Мне как, ее открыто нести? Деньги ему отдай, проверяй. Тоже проверишь? Чтобы вас никогда больше не видел. Вольч, я что-то не понял. А я-то за что попал? Здравствуйте, Маргарита Константиновна. А почему же у вас не заперто? Где? Нет. Умерла. Как умерла? Что случилось? Свадьбы не будет. Как так не будет? Так не будет. Из-за меня? Нет, из-за меня. А у меня вино есть. Будешь? Буду. Ну, не очень хорошее. Пойду, извини. На кладбище я сейчас на самом деле так, временно, пока работы нет. Вообще хочу стать хорошим автослесарем, потом поступить в институт. А если не поступишь?
Тогда куплю офигенный мотоцикл. Девушка красивая. Хороший вкус. У Юрика. Не боишься? Чего? Муж Юрика знает, как ты ему рога наставляешь. Чего вы хотите? Все того же, Сань. Где залили на ума? Я же вам все рассказал. И схему нарисовал. Сань, я 15 лет на оперативной работе. Неужели ты думаешь, что я не могу отличить, когда мне говорят правду, когда врут? Ты мне сейчас врешь. Я не знаю, что ты скрываешь, но все скрываешь. И не даешь мне права выбора. И сам себе геморрой на свою задницу нарываешь. На кладбище работать не будешь. Брат твоего, мальца, сопляка, за форцу отправлю в спецшколу. Да вообще все ваше семейство нахрен отправлю за 101 километр. Девушка, я не знаю, кого из них вы любите, но они оба находятся в опасной ситуации. А вы рискуете потерять обоих. Поэтому вот вам мой телефончик. Мне без разницы, кто мне первый позвонит. Я хочу знать информацию, которая мне нужна. Чем быстрее, тем лучше. Берите, берите. Не стесняйтесь. Это самый момент, да? Давай я тебе тоже сниму другую квартиру. О чем ты думаешь, а? Я не хочу, чтобы ты встречалась с Юриком. Слышь, я и сама могу снять себе квартиру. А почему не снимешь? Потому что он меня любит и ревнует. Но все равно не оставит. А ты? Ты его любишь? Интересно, а что ты вообще думаешь про Юрика? Гробокопатель, да? Уголовник какой-нибудь? Ну? А в отличие от тебя, он ни одного дня не сидел. Между прочим, мастер спорта мирового класса. Призер чемпионата Европы по фехтованию. И с высшим образованием. И из очень хорошей семьи. И на Арбате трехкомнатная квартира. Да я вообще, когда с ним только познакомилась, я ему в рот заглядывала. Он меня по каким ресторанам возил, в какие компании. А потом травму получил. Полгода мыкался. А я тоже привыкла к такой веселой жизни. Вот он и пошел на кладбище. За большими деньгами. Ты-то готов ради меня на такие жертвы? А я, по-твоему, где работаю? Даже на свадьбу своей сестры меня не пригласил. Стесняешься, да? А ты пойдешь? А ты пригласи! Приглашаю. Я подумаю. Вася. Настя, ты чего не заходишь? Да там люди у вас. Что случилось? Свадьбы не будет. Как не будет? Мама через 2 дня приезжает. Так будет лучше. Кому лучше? Тебе. Что случилось, Настя? Ничего, просто так лучше будет. Прости. Чего, Настя? Все нормально.
Настя, Настя. Ну, я же звонил. Я предупреждал. И за Савкой я буду смотреть. Настя, ну я точно буду на пятерке учиться. У нас все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Все будет хорошо.